Это Джек Николсон. Это его причуды. Это его маленькая слабость. А это его друзья. Кэрол, официантка. Саймон, педик. Лучше не бывает. Завтра в 22.00 на РЕН-ТВ. Жизнь полна прекрасных и счастливых моментов, когда хочется дарить радость. Для этого и существует комплимент. Получить комплимент приятно каждому, ведь комплимент – это превосходные шоколадные конфеты от Кэтбери. Комплимент – больше, чем подарок. И вкусно, и полезно. Злато – масло высшей пробы. Старбёрст, 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 старбёрст. Поняла? Старбёрст. Отрывайся срочно, старбёрст, это точно. И красота. Дорогой, и тебе всего и сразу. С Новым годом! Кершни в своем формате. Рус-кафе приготовлен с любовью. Служил, тот в цирке не смеется. Здесь, ребят, хорошо. Но ты это нам, прапорщикам, можешь не рассказывать. А ум без устава – одна головная боль. Тогда... Но! ДМБ. Завтра в 20.30.
You don't have to be beautiful. Дождались. Инопланетяне существуют. Они среди нас. Дэн Эйкройд, Джон Ловис и Ким Бейсингер в фантастической комедии «Моя мачеха инопланетянка». Лучшее кино в рождественский вечер. Смотрите на РЕН-ТВ 7 января в 22:00.